Первым делом алатаусы решили убрать территории школы и детсадов, чтобы обезопасить детей от травм. Затем работа продолжилась возле зданий поликлиник и других социально важных объектов. Я как житель этого района, Алатауского района, хочу, чтобы у нас в районе было все хорошо и чисто. И всегда мы помогаем, что, ну, общественно, вот субботника. Вот, сегодня тоже вот добровольно вышли, помогают, чтобы наш район, чтобы было всегда активно, было всегда хорошо. В уборке района приняли участие более 4500 человек и 76 единиц техники. Весь снег вывозится за город на специальный полигон. Алатаусцы намерены продолжить субботник, пока весь район не будет очищен от обильно выпавшего снега. Вот, общественность помогает, поднимает всех наших предпринимателей, всех организаций, которые техники имеют, которые есть рабочие силы, уже 2-3 дня помогает. Мы в течение, если с таким темпом, в течение пару дней полностью приведем порядок. В Алатауском районе всего 700 улиц. Из них 330 тоже будут полностью очищены от снега в ближайшие 3 дня подрядной организации, подвластной акимату. Остальные будут очищены общими усилиями жителей. Айбану Анарбаева, Илкунджан Ашимжанов, телеканал Алматы.